мы же все здесь, в основном, большинство здесь мусульмане собрались. Вот, то есть о чем вы молитесь? То есть обо всем хорошем. То есть хотите, чтобы был покой, чтобы был баракат, чтобы было изобилие, чтобы Аллах нас отдалил от наших прегрешений, был доволен нами. Человек все-таки должен быть немножко умнее лошади. Лошадь, видя финиш, она начинает бежать еще быстрее, потому что уже финиш, и она ускоряется. И вот у нас остался сегодня и завтра последние два дня, можно сказать, даже полтора дня. Поэтому еще есть возможность заработать довольство Аллаха, просить прощения. И самая главная цель, чтобы мы извлекли уроки из этого Рамадана. Должны вы оценить. Нам важна обратная связь. Мне кажется, что все прошло хорошо, альхамдулилля, потому что прекрасная команда, два Радика, готовились день и ночь, совещания. Это же огромный процесс. То есть то, что было до этого, это то есть огромная подготовка. Это подобно, вот, когда олимпийский чемпион, он уже не пришел просто на Олимпиаду, он готовился сколько-то лет до этого. И здесь тоже была проделана огромная работа.